официальный сайт игры pointblank.ru, официальный сайт лиги cyberarena.tv, главный технологический партнер проекта корпорация Intel, генеральный партнер компании Asus, официальный игровой центр Киев Киберспорт Арена, партнер игровой дисциплины компания Innova Systems. Дни их шею, чуть тянут кота, заблестешься. Кругляш, как писал негатив. Ну вот. Начали уже. Итак, минус от страйка, минус 2 от страйка. Ой-ой-ой-ой, минус 3 от страйка. Что он зает в дымах? Я даже и не понял, как он эти минусы сделал. Какой лютый страйк, минус 3. И остаются коты и громов. Очень важно, либо двойное преимущество, либо всего лишь один раунд отставания. Хорошо, Кверти, хорошо, Чилин. Чилин поднимается в плент. Оу, чуть не попали, как он коты прошил. Замечательный хедшот от Чилина. Чилин, по-моему, он гонится уже за Громом. Громом убежал сейчас в респаун. Все, смотрим за Чилином. Бешеная тишина. Есть минус от Чилина. Точнее, Аскак минус дал. Ну и Аскак, он пока что катохи принимает. На самом деле, в это время проходит по мосту один игрок, Вирус. Громов на винт, по-моему, пошел. Вот Вирус уже, видите, спустился, да, уже за ним смотреть. Хотя нет, Аскак четко действует. Сейчас Громов на винте дал минус. У него осталось 16 кп, но Аскак здесь... нет, не перехватил. Тайминг. Они вот, видите, друг другом вот постоянно спускаются. И Аскак, конечно, великолепно проводит этот раунд. Вируса, Аскак 4, ну как бы не самым худшим образом разменялись, хотя Вирус дал минус на винте, он поджал винт, а вот Аскак сейчас с Чилином вот запилили, Аскак еще прикольненько спрятал. Вообще лезут в переход, ломают, ну вот сейчас могут их наказать за это, Громов 1 в 3, он в Т-шке нет, уже все вернулись и ждут его здесь. Ну давайте теги убираем, смотрим. Опа, есть шапка, улетает глава страйка, Громов хороший минус делает и уходит в район длины. Ну, Чилин с Аскаком остались... Аскак красный, у него 4 хелса. Он на двойке остается пока что. А вот Громов пошел через респаун, пойдет сейчас, наверное, через мидл. Ну, непонятно, пока он целится в винт, но он не знает, где будет ставиться бомба. Вот сейчас Тилин взорвал бочку на Б, и Громов идет сюда. Видите, дым, он услышал, что здесь суета. Его развели просто этой бочкой, они вернулись на А. Хорошо, отлично, вообще просто... Мега мозги, извините. Работают на команду NC Sky. Очень красиво разводят. Сейчас Чилин чекает постоянно мидл. Минус от Громова, минус Чилин. Все очень быстрая встреча пока что, если честно. Что Аскак уходит. У него 4 хп. Вот равы сейчас могут взять первый. Все, ой-ой-ой, Аскак не уйдет. Или уйдет. Но он затягивает. Надо было по длине бежать, по-моему, быстрее было по длине, чем через ворота сейчас. Громов раздифузит сейчас, по-моему, если повезет. Нет, не повезло. Аскак минусует и вытаскивает раунд 4 хилсами. Официальный сайт игры pointblank.ru, официальный сайт лиги cyberarena.tv, главный технологический партнер проекта корпорация Intel, генеральный партнер компании Asus, официальный игровой центр Киев Киберспорт Арена, партнер игровой дисциплины компания Innova Systems.